Что такое сельский дом культуры? Это сердце и душа села, отражение всей его жизни. Сюда люди могут прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел, зарядиться положительными эмоциями. Для сельчан это особенно важно. Но у жителей деревни Шадрино такого места не было много лет. Наконец-то дождались. В августе здесь началось строительство нового клуба. На стройплощадке побывала съемочная группа ТВК. Еще в советские годы, когда процветал совхоз Евсинский, в Шадрино был построен клуб. Он находился в этом здании. В 90-е сельхозпредприятие развалилось, и очаг культуры продали под жилье. Одно время в этом же помещении ютился ФАП. Сейчас в деревне нет ни клуба, ни ФАПа. Но с такой ситуацией ни жители, ни местная власть мириться не захотели. В деревне Шадрино нельзя без клуба, потому что люди хотят видеть культуру в селе. Люди хотят собираться, люди хотят смотреть концерты. Вопрос двинулся с мертвой точки в 2015 году, когда шадринцы обратились к своему депутату регионального парламента Борису Прилепскому с наказом построить в их деревне клуб. Как нельзя кстати, в этом же году была принята государственная программа культуры Новосибирской области. И дело пошло. В 2018 году региональное управление капитального строительства подготовило проектно-сметную документацию. К слову, проект шадринского клуба теперь взят за основу для подобных сел в Новосибирской области. Просто нам, может быть, повезло, что мы одними из первых попали в эту программу, потому что это было у нас в наказах депутатам законодательного собрания. Плюс удалось достаточно оперативно земельный участок УКСУ Новосибирской области, который является заказчиком данного строительства, удалось передать вот земельный участок под это строительство. Стройплощадка нового ДК развернулась рядом со зданием бывшего клуба. Работы начались 20 августа. Сегодня строители занимаются фундаментом. До морозов мы, надеюсь, выйдем уже из земляных работ, и все мокрые процессы будут завершены. Останется возведение металлоконструкции и обшивка здания панелями. Ни с материалом, ни с финансированием проблем нет. Согласно контракту, в здании предусмотрены зрительный зал на 100 мест, кабинеты для кружков и библиотеки. Сдача объекта 15 декабря этого года. А весной здесь проведут благоустройство территории и высадят деревья. В ближайших планах установить новый памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В результате это место станет культурным центром деревни Шадрино.